на Ризовской. В результате урагана дерево упало на жилой дом. Были достаточно серьезные, это последствия. Оттуда переселяли женщину, которая жила на втором этаже. На сегодняшний день силами ЖКС, это Порто-Франковской, выполнены все ремонтные работы. Жители всех жителей, которых отселяли, вернули назад. Это помещение, где находилась женщина с инвалидностью, восстановлено полностью. Все жители вернулись домой.